And don't expect that you are required to understand everything in the first speaking. И, пожалуйста, я напоминаю вам, от вас не требуется, чтобы вы от первого слышания все абсолютно у вас улеглось и было понято. Jesus said, "My word is spirit and life." Потому что Иисус сказал, что мое слово есть дух и жизнь. And that word is being sown in your spirits. И вот это слово, оно приходит в ваш дух. And will later rise to the level of your consciousness. И только впоследствии оно может подняться до уровня вашего сознания. So here's another whole mode of being. И это еще одно святой способ существования. Different from what the world has schooled us. Отличный от того, что происходит в мирских школах. That gives the primacy to the mind. Где отдается предпочтение именно мышлению, интеллекту. Rather than to the spirit. Скорее, нежели духу. So let's pray now for fresh strength. Давайте сейчас помолимся о новых силах, о свежих силах. For the speakers and for the hearers. И для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает. And that the Lord will continue with us. И чтобы Бог продолжал работать с нами. So Lord, we make that our prayer. Господь, мы сейчас молимся к Тебе. Мы обращаемся к Тебе. Grant us a sense of the seriousness of this time. Господь, даруй нам понимание серьезности этого. As a once and for all time that may not be given again. Который даруй нам понимание того, что сейчас это настолько важно, что это может быть никогда не повторится больше. An eternal moment. И да будет это моментом для нашей вечности. And who is sufficient for these things? И чтобы мы помнили, что кто стоит за всем этим словом. Be formed in us. Формируй в нас то, что And be our sufficiency. И будь нашей сущностью. Not only to hear these things. Чтобы мы могли не только слышать это. But to walk them out. Но чтобы мы могли ходить. To fulfill them. Осуществлять это. Which is our call. Что и является нашим призванием. By the God who is full of grace as well as truth. Богом, который является полным благодати. We ask for both now. И мы сейчас просим и благодати, и истину. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Try and think of some question that you may have. И я хочу, чтобы вы подумали о тех вопросах, которые вы можете задать. And we'll perhaps take some questions to end our session today. Скорее всего, мы заключим наше собрание специальным временем. But for now, I would like to take you into a prophetic text. Но сейчас я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами заглянули в пророческие тексты. Where we can see some of these things spoken in the divine logic. И чтобы мы увидели вот эту священную логику тех событий, о которых мы говорим. Amos chapter 9. Книга Амоса, 9 глава. This is all the prophetic future. Это все о пророческом будущем. Not yet fulfilled. Которое еще не осуществилось. How do we know that? А как мы знаем об этом? Because the chapter ends with the description of the millennial glory. Потому что эта глава заканчивается описанием вот этой тысячелетней славного правления. Look at verses 13 and 14 of chapter 9. Глава 9, 13 и 14 стихи. Maybe you can read verse 13. Вот 13 стих. «Наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца и топчущий виноград сеятелей, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». И 14 стих. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них». The reference to the captivity of my people Israel. Здесь говорится о пленении моего народа Израиля. Is their restoration? И его восстановлении. I will bring again. Он говорит, что я приведу их снова. Not they themselves. Не сами они. So we need to distinguish between present Israel, political Israel. И в этом является различие между тем, что происходит сейчас, когда они сами возвращаются, устанавливают политические. Established by secular, socialistic, Zionist men.
которые, то государство, которое сейчас утверждается сионистами, которые из политических соображений здесь. As against the supernatural work of God. И мы должны отличать это от сверхъестественной силы Божьей, которая будет действовать еще в будущем. I will. Потому что говорится, я буду. We see this again and again in the prophetic texts. Мы снова и снова встречаем это выражение здесь, в этих пророческих текстах. And what is required of Israel in their restoration? Что же требуется от Израиля для того, чтобы он был восстановлен? A death that precedes the resurrection. Смерть, которая предшествует воскресению. Of their national hope. Их национальных амбиций, надежд. Where they may suffer a terrible defeat in their land. Когда они могут потерпеть страшные поражения на собственной земле. A possibility that today is every day more real. Та возможность, которая день ото дня становится все более реальной. And maybe of being cast out into the nations again. И вполне вероятно, что они снова будут разбросаны по всем нациям. The outcasts of Israel. Вот это исход, вернее, точнее, диаспора Израиля. The dispersed of Judah. И диаспора Иуды, то есть рассеяние. And should that take place? Будет ли это? Произойдет ли это? Are we to imagine that the Jews that presently reside in the Ukraine or Belarus or Moscow will be safe? Можем ли мы предположить, что те евреи, которые сейчас живут в Москве, в Белоруссии или здесь на Украине, они будут спасены? They also will suffer dispersion. Они тоже будут страдать от этого рассеяния. But what does it say here with the millennial blessing of the sowing of seed and the abundance and the fruitfulness that comes to the restored Israel? Но что же здесь говорится об этом тысячелетнем благословении и о том изобилии, которое придет на Израиле в конце? They shall build the waste cities and inhabit them. Они построят. Verse 14. Это 14 стих. Застроят опустевшие города и поселятся в них. It makes clear that there's a destruction before there's a restoration. Здесь понятно, что прежде чем произойдет восстановление, будет разрушение. I believe that destruction is future. Я верю в то, что это еще предстоит пережить. And these are not the ancient cities of Israel. Это не вот эти национальные города Израиля. But modern Haifa, Tel Aviv and Jerusalem. В основном это Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим. And then they shall inhabit these rebuilt cities. И затем они поселятся в этих восстановленных городах. And shall plant vineyards and drink the wine and make gardens and eat the fruit of them. И тогда насадят виноградники и будут пить вино из них. And what's the last verse? А что же говорится в последнем стихе? And I will plant them upon their land. И я водворю их на земле их. Not they themselves. Не они сами. This is the final supernatural work of God. Это последняя сверхъестественная работа Бога. And they shall be no more pulled up out of their land, which I have given them, says the Lord thy God. И они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. 1 Corinthians 15 makes clear what the process of resurrection is. Во втором послании Коринфянам, в 15 главе, ясно говорится о том, что такое процесс воскресения. Paul talks about the glory of resurrection. Павел говорит о славе. 1 Corinthians 15:42. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 44 стих. Of the resurrection from the dead. Говорит о воскресении из мертвых. Which is sown in corruption and raised in incorruption. Verse 42. 42 стих, пожалуйста. Так и при воскресении мертвых. Verse 43. Восстает в нетлении. 43 стих. Did you read verse 43? Sown in dishonor and is raised in glory. Сеется в уничтожении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. It is sown in weakness, it is raised in power. В немощи и восстает в силе. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Verse 46. 46 стих. That was not first which is spiritual, but that which is natural. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. And afterward that which is spiritual. То есть духовное идет в конце. That's the whole genius of resurrection.
Это вообще свойственно любому воскресению. That the Lord himself experienced. Это то, что сам Бог испытал на себе. That we ourselves experience. Что мы сами на себе испытали. That Israel itself must experience. И то, что предстоит испытать Израилю. In order to bless all the families of the earth. Для того, чтобы благословить все народы земли. So let's go back to Amos chapter 9. Давайте вернемся к Амосу 9 главе. Where God says in verse 9, I will sift the house of Israel among all nations. Где говорится в 9 стихе, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам. Did you read the whole verse? Just as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. Как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. Among all nations. Среди всех народов. Including this one. Включая и этот народ. No nation will be exempt. Ни одна нация не будет исключением. Not only because there are Jews to be found in every nation. Не только потому, что евреи сейчас живут в любом народе. But that the church itself is sifted at the same time. Но потому. Well, the church itself will be sifted at the same time. А потому что сама церковь в то же время будет там же существовать. This is a remarkable last day's encounter. Это самое замечательное событие последних дней. In which the Lord will remove the sinners from among his people in verse 10. В 10 стихе говорится, когда Бог отнимет всех грешников из народа своего. Though a remnant will survive through the mercy of the church. Хотя остаток выживет именно посредством милости церкви. Who will share in Israel's persecution. Которая разделит с Израилем эти гонения. And why is there such a fury against Israel? А почему будут такие гонения и ненависть по отношению? Because of the issue of verse 11. Потому что говорится в стихе 11. The raising up again of the tabernacle of David that has fallen. Восстановление скинии Давидовой падшей. That is a reference to the throne of David. Здесь говорится прямо о троне Давида. And the government that issues from that throne. И того правления, которое исходит от этого трона. Because once it is raised up. Потому что когда это восстановлено. Verse 12 says that they may possess the remnant of Edom. В 12 стихе говорится, что они тогда овладеют остатком Едома. Which shows the governmental authority of God. Что показывает правительственную власть своего Бога. Proceeding out from restored Israel. Которая проистекает от восстановленного Израиля. Whose Davidic government has been restored. Чье правление восстановлено. That they may possess the remnant of Edom. Для того, чтобы чтобы он мог овладеть остатками Едома. The survivors among the nations. То есть теми, кто выжил из всех остальных they народов. They have now also been judged by God. Они теперь должны также быть судимы Господом. For judgment begins with the house of God. Потому что суд начинается с Дома Божьего. But it doesn't remain there. Но он не остается там. This is the pattern of God. И это план Божий. And so much is contained in these few verses. И так много содержится в этих трех стихах. And we will be living through this time. И мы будем жить именно в это время. And that sifting process will take place through us. И вот этот процесс, он будет происходить через нас. And we ourselves will be sifted by it. И мы сами будем участвовать в этом. Who will have the courage for this? У кого хватит смелости? The vision for this? У кого есть видение для этого? Who would be willing to identify with that despised people? Кто сможет ассоциировать себя с этим презираемым народом? To extend them mercy that they might obtain mercy. Для того, чтобы явить им такую милость, чтобы они могли ее воспринять. When one's own life is imperiled in the process. Когда собственная жизнь находится под угрозой. The first judgment that the now residing king performs.
Первый суд, который сейчас производится, is, in my opinion, described in Matthew 25. С моей точки зрения, описывается в Евангелии от Матфея, 25 главе. In verse 31. В 31 стихе. When the Son of Man shall come in His glory. Когда Сын человеческий придет в своей славе. And all the holy angels with Him. И все святые ангелы с ним. Then shall he sit upon the throne of his glory. Тогда он воссядет на троне своей славы. Where is that throne located? А где расположен этот трон? In the city of David. В городе Давидовом. In the hill of Zion. На горе Циона. Where David's throne is. Там, где находится трон Давида. Because this is what the angel said. Потому что это то, что сказал ангел. And this is what Isaiah said. И то, что сказал Исаия. Upon the throne of David to order it and to establish it. Потому что Он установит это царство на троне Давидова. In the earth. На земле. At your own leisure, you can read the whole chapter of Ezekiel 37. Когда у вас будет время, прочитайте всю главу 37. For after that nation is resurrected and brought back to life. Потому что после того, как эта нация будет восстановлена и снова вдохнута жизнью. God sets a king over them. Бог даст им царя. Even David. Даже Давида. Who will rule over them forever. Такого Давида, который всегда будет править. From his sanctuary and dwelling place. Из своей святая святых. In the holy hill of Zion. На святой горе Сиона. In the city of Jerusalem. В городе Иерусалиме. This is so literal that it has embarrassed the church. Это настолько конкретно сказано, что это всегда является предметом смущения для церкви. A church that has been so historically anti-Semitic. Для церкви, которая в истории своей имеет столько антисемитизма. That it does not want to consider that Israel should have such distinction and honor. Которая не хочет признавать, что у Израиля имеется такое предназначение и такая честь. But what do we read in the prophet Zechariah? Но то, что мы читаем в пророке Захарии, that nation that will not come up to Jerusalem on the Feast of Tabernacles, тот народ, который не придет в Израиль на пир Скинии, will suffer a curse. На празднество, оно будет проклято. God will withhold from them rain. Тогда Бог не распространит свое царство на нее. Because of their stubborn unwillingness to recognize Israel's honor and glory. Потому что они в своем упрямстве не захотели воспринять Израиль и всю славу Израиля. It says nations and kings will bring their riches to it. Здесь сказано, что все цари принесут свои богатства. And God will call them by a new name. God will call them by a new name. И Бог назовет их новым именем. They will be called the ministers of the Lord. Они будут названы служителями Бога. And the Gentiles from 10 nations will take hold of the skirt of one Jew. И язычники из 10 наций, они будут take hold of the skirt of one Jew. Они будут держаться за полы одного еврея. Saying, take us to your God. И будут говорить, приведи меня к твоему Богу. For you know him. Потому что ты знаешь его. You need to understand the blessedness that will come to the earth. Вы должны понимать вот это благословение, которое таким образом придет. When this nation is restored and raised from the dead. После того, как эта нация будет восстановлена и воскрешена из мертвых. Given a new heart and a new spirit. Когда ей будет дано новое сердце, новый дух. Called by a new name. Когда она будет названа новым именем. God says they will be a crown in my hand. Бог говорит, что это будет венец, корона. And this is what we need to anticipate. И это то, что мы должны предчувствовать и ожидать. God makes with them a new covenant. Потому что Бог заключил новый завет с ними. Not according to the old covenant which you broke, though I was faithful to you. Не по ветхому завету, который вы нарушили, я являюсь верным по отношению к вам. But this shall be my covenant. Но вот будет мой завет. An everlasting covenant. И вечный завет. That will not again be broken. Который никогда не будет нарушен. Because I've given you a new heart. Потому что я дал вам новое сердце. And a new spirit. И новый дух. That you might obey me. Чтобы вы могли послушаться меня. I will be your God and you will be my people.
И я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. This is Israel's millennial destiny. Это конечное предназначение Израиля. It's unspeakably glorious. Это совершенно невозможно определить словами эту славу. They will no longer sorrow nor be afraid. Они никогда больше не будут страдать, не будут бояться. God will enable them to lie down securely. Бог позволит им спокойно лечь и отдыхать. And you see this in all the prophets. И вы это можете видеть во всех пророках. Of the references that you no longer need be ashamed. Там, где говорится о том, что они никогда не будут вынуждены снова стыдиться. You no longer need be afraid. Что они никогда не должны будут больше бояться. You will not again suffer destruction. Никогда не будут снова испытывать разрушение. Which indicates right up to the time of Israel's millennial return. Что как раз обозначает вот этот переход к тому времени, когда Израиль исполнит свое конечное предназначение. That fear and destruction are its experience. Этому предшествует страх и разрушение. As it says in Ezekiel 20, verse 33. Кто, как это говорится в Иезекииле, 20 главе, 23 стихе. With a fury poured out. Потому что и зальется гнев, и все произойдет очень быстро. So what did we read in Amos chapter 9? Поэтому что мы прочитали в Амосе в 9 главе? I will sift you among the wilderness of the nations. I will sift you. Я заберу вас in the wilderness of the nations. Из этого хаоса мира. This is very literal. Это очень-очень конкретно. And what can we say of a church that is unaware of this? Что мы можем сказать о церкви, которая вообще не знает об этом? That is not presently preparing for it. Которая не готовит себя к этому. How then is it the church? Как тогда? Что это за церковь? This is the great drama of the last days. Это действительно поистине величайшая драма последних дней. And it takes place among all nations. И это происходит во всех народах. Because God's strategy is not only to sift Israel. Потому что стратегия Бога состоит не только в отношении Израиля, but to sift the nations themselves. Но в отношении всех народов. And the church within the nations. И в отношении церквей, которые находятся for the first act that the now presiding king performs. Потому что первое деяние, которое in Matthew 25, в Матфея 25 главе, которое when he sits on his throne of glory, производит царь, который сидит на in троне, verse 32, в 32 стихе, is to gather all nations before him. Первый акт состоит в том, что он собирает все нации пред and to separate the sheep from the goats. И отделяет козлов от овец. On the basis of one question only. На основании только одного момента. What did you do with the least of these, my brethren? Что вы сделали в отношении остатка моих братьев? When did we see you hungry and thirsty? Когда вы видели их голодными и жаждущими? When did we see you naked? Когда вы видели, что они наги? And the stranger? И когда гнали? Those who see in this people the Lord's, the least of the Lord's brethren. Те, которые видели в этих людях, которые поступали с ними как меньшими братьями, are called the blessed of my father. Они получают благословение от моего отца, говорит and are invited to inherit the kingdom prepared for them. И они приглашаются, чтобы наследовать царство, которое уготовано им. But those who did not extend mercy, но те, которые не являли милость, who did not see in the least of these people the Lord, которые не видели Бога вот в этих малых братьях, verse 41 calls them the accursed. То те в 41 стихе говорится, что они прокляты. Depart from me, you cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. И они попадают в тот вечный огонь, который уготован для дьявола и его ангелов. And they shall answer him in verse 44, saying, Lord, when did we see you hungry and thirsty and naked or in prison and did not minister unto you?
И тогда в 44 стихе говорится о том, что они воскликнут: «Господь, но когда же мы видели Тебя страждущим, нагим и жаждущим?» It's interesting that they use the language of Christianity. Интересно, что восклицая так, они используют как раз язык христианства. They say Lord. Они говорят Господь. But they were not able to discern the least of these his brethren. Но они не были в состоянии увидеть в этих малых братьев братьев Бога. For he answers them in verse 45. И потому что он отвечает их. Verily I say unto you. Inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not to me. Если вы не сделали этого в отношении моих младших братьев, вы не сделали это в отношении меня. These shall go away into everlasting punishment, but the righteous unto life eternal. И это поведет, последние стихи, это поведет вас к вечному наказанию. Does helping Jews make you righteous? Does helping Jews make you righteous? Вопрос. Помощь евреям делает вас праведными? Or reveal the righteousness which is already established. Или оно показывает ту праведность, которая уже установлена. The issue of the Jew is the issue of the church. Потому что вопрос евреев – это вопрос церкви. And will reveal who the true church is in that last day. И это покажет, кто же является настоящей церковью в последние дни. According to this text, и в соответствии с этим текстом, the consequence is eternal. Последствия будут вечными. Blessing or curse. Либо благословение, либо проклятие. Over this one issue. Только в отношении по поводу одного этого момента. So it seems clear that the church is in the earth while Israel is going through its time of final tribulation. И поэтому из всего этого делается ясно, что церковь должна присутствовать на земле в то время, когда Израиль будет проходить через вот эти последние дни испытаний и страданий. И верная церковь, она разделит эти испытания и страдания вместе с этим. Но тем самым она получит вечную награду. That raises the question about the church's rapture. Но и тогда возникает вопрос о восхищении, о времени восхищения всей церкви, которое в традиционном подходе указывается время этого восхищения до наступления этих времени страданий и испытаний. I'm not a great authority on the subject, я не являюсь очень большим экспертом в этом отношении. But it seems clear in all of the texts that we have shared. Но из всех текстов, из всех писаний, которые мы сейчас рассмотрели, вырисовывается картина. Ezekiel 37. Иезекииль 37. Chapter 20 of Ezekiel. 20 глава. Amos 9. 9 глава Амоса. And in many other places. И из многих других мест. Ezekiel 37 is especially significant. Особенно важна 37 глава Иезекииля. Because there it shows that God is as concerned with the Son of Man as He is with the dry bones. Потому что там ясно сказано, что Бог очень заинтересован и вот в этом сыне человеческом практически настолько же заинтересован, как вот в этих мертвых израильских костях. Son of Man, can these bones live? Потому что именно Сын Человеческий в состоянии оживить эти мертвые кости. It's a question that the prophet himself cannot answer. Это тот вопрос, на который сам пророк не может ответить. Lord, you know. Господь, Ты знаешь. This is beyond his prophetic faith. Потому что это уже за пределами его пророческой веры. Maybe even beyond his desire. Может быть, это даже за пределами его желания. And yet accept that he speaks the word to Israel. И все равно, несмотря на то, что он говорит это слово Израилю, except that he prophesies, что он пророчествует, those bones cannot live. Эти кости, они не могут без этого жить. God brings a supreme and final ultimate challenge to the Son of Man himself. Потому что последним вызовом, который Бог являет этому Сыну Человечества, является вызов в отношении, о котором говорится в этом пророчестве. Which I believe is a picture of the church of the last days. И я верю, что это как раз и является собой картину церкви последних дней. Because except that we can rise to this, потому что если мы не поднимемся до этого, how shall we rule and reign with Christ? Тогда как же мы можем надеяться, что мы будем править вместе с Христом? It is only those that are priests and blessed and holy that reign with Him.
Потому что только те, которые являются священством, которые святы и чисты, они могут править вместе с Христом. The very same qualifications that blesses the remnant of Israel in the last days. И это как раз те качества, которые требуются для того, чтобы в последние дни оживить мертвые кости Израиля. Can you see the mystery? Вы можете видеть приоткрывшуюся тайну? Would the church have risen to this prophetic stature without this challenge? Как может церковь достичь вот этого пророческого уровня, если она не обладает этим? It's the crisis of Israel that compels the church to be the church. Именно кризис Израиля заставляет церковь быть церковью. Speaking with one voice. Говорящие одним голосом. In total agreement. В полном согласии. In the faith of the Son of Man himself. Обладающий верой Сына Человеческого. And a faith that can only work by love. Той верой, которая может ходить и действовать только любовью. Or it will not work at all. Или она вообще не будет действовать. How many of us are in that condition now? Кто из вас полагает, что они уже достигли этого условия сейчас? Very few, if any. Очень мало, наверное, если вообще кто-то есть. What will it take to bring us to that place? Что же потребуется для того, чтобы мы достигли этого? From where we presently are. От того, что мы сейчас являемся, чем мы сейчас являемся. That we might be of one heart and one mind. Достичь такого уровня, когда мы станем одним сердцем и одним разумом. And speak that one word when it's commanded. И говорить одним голосом, когда поступит такая команда. That brings Israel from its grave. Чтобы поднять Израиль из могилы. For Paul says in Romans 11. В 11 главе Римлянам Павел говорит. What will their return be? Что будет их возвращением? But life from the dead. Кроме как жизнь и поднятая из смерти. Do you have any idea what goes into the making of a prophet? Do you have any idea of what goes into the making of a prophet? У вас есть какое-нибудь представление о том, что как производится пророчество? Dealings and sufferings of a particular kind. Это особого рода страдания и дела. God does not trust his words to any mouth. Бог не доверяет пророчество какому-то любому человеку. In Ezekiel 37, he says, "And you will know that I am the Lord," speaking to Israel. И в 37 главе Иезекииля, говоря к Израилю, он говорит: "Вы узнаете, что я Господь." Let me read it. Давайте прочитаем. Ezekiel 37. 37 глава Иезекииля. Verse 14. 14 стих. And you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. In verse 14, the last part of it. Verse 13, you shall know that I am the Lord when I have opened your graves. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. Verse 14, I shall put my spirit in you, you shall live. И вложу в вас дух мой, и оживете. I shall place you in your own land. Я помещу вас на вашей земле. Then shall you know that I, the Lord, have spoken it. И узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал. Now how can God say that? Как может Бог сказать это? It's the Son of Man who has spoken it. Это Сын Человеческий, который говорил. God commanded him to prophesy to those bones. Потому что Бог просто приказал ему пророчествовать. And yet God says, and you shall know that I, the Lord, have spoken it. И в то же время Бог говорит, что вы узнаете, что это я, Господь, говорил это. What must we consider about this? Что мы можем сказать по этому поводу? That God makes no distinction between the speaking of the prophet and his own speaking. Потому что Бог не делает никакого различия между пророческим высказыванием и тем, что говорит он сам. The prophet's voice is his voice. Потому что голос пророка – это его голос. The mind of the Lord is the prophet's mind. И мышление, и ум пророка – это его ум. The prophet has come to such an ultimate place. Потому что пророк – это человек, который достиг такого оптимального уровня познания Бога, that you cannot distinguish the one from the other. Что уже невозможно разделить один от другого. God has two purposes. У Бога есть две цели. Israel's restoration, восстановление Израиля, and the church's transfiguration.
и преображение церкви. And the last only comes through the crisis that Israel presents to the church. И последнее произойдет только вследствие кризиса, который будет происходить на глазах у церкви. Have you the faith to believe for this? У вас есть вера, чтобы поверить в это? That these bones can live? Что эти мертвые кости живут? Easy to nod your head. Это очень легко кивнуть. When have you picked up a dry bone last? А когда вы в последний раз поднимали мертвые кости? It comes apart in your hands. Это стало уже, так сказать, делом рук ваших. It turns to powder in your hands. Если вы поднимаете, они рассыпаются. There's nothing more dead than dry bones. Представьте себе, ведь ничего нет более мертвого, чем сухие кости. It makes the faith go out of you. И это может быть тем, что просто уберет вашу веру от вас. You can believe that those bones can live? Вы можете верить, что такие сухие кости живут? By a word that comes out of your mouth? По слову, которое будет произнесено вами? You have the faith for that? Вот на это есть у вас вера? That's ultimate faith. Это оптимальная вера. And you desire to see those bones live? А вы хотите оживить эти мертвые кости? Won't that threaten you? Won't that threaten you? Это вас не пугает? Do you want Israel to be restored? Вы хотите, чтобы Израиль был? Don't you want to be the only one that basks in the light of God? Не хотите ли вы быть единственными, которые купаетесь в славе Божьей? You want the younger son to come back? What do you call it? The son who lost all of his fortune, the prodigal son. You want that son to come back? Вы хотите, чтобы вернулся этот блудный сын? And to share with him in God's glory? И разделить с ним вот эту Божью славу. And you have a faith that works by love? И вы имеете ту веру, которая действует любовью. We're not talking about sentiment. Мы не говорим сейчас о сентиментальности. At a time when this people will be hated in all nations? Мы говорим о том времени, когда эти люди будут ненавидимы всеми народами. You're going to love them? А вы будете любить их? It's got to be the love of God. Тогда это будет любовь Божья. It's got to be the faith of God. Это будет вера Божья. And that's why he says, I have spoken and performed it. И поэтому он говорит, я сказал так и сделал. For what does Paul say? То, что говорит Павел. For of him. Это от него. And through him. И через него. And to him. И к нему. Are all things. Все творение. To whom be glory forever. Тому, кому принадлежит вечная слава. Your present ministry now. Ваше служение, которое вы сейчас осуществляете. Your Christian life now. Ваша христианская жизнь сейчас. Is it through him? Она через него. Or through you? Или через вас самих. Your well-meaning intention. Через те благие пожелания, которые в вас. Через ваши собственные возможности. Через ваш ум. That's all very good. Это очень хорошо все. But it's not glorious. Но это не слава Божья. Do you know what it means to live through him? Вы знаете, что это значит? Жить через него, посредством него. And to serve in the power of his life? И служить в силе его жизни. And to have his thoughts? И иметь его мысли. And to speak his words? И говорить его слова. And to seek his pleasure? И искать быть приятным ему. It's the cross. А это крест. It's a dying. Это смерть. To everything that's convenient. По отношению ко всему, что удобно. And to what men want from you. И по отношению к тому, что and люди хотят и ожидают от тебя. Today is the Sabbath. Сегодня суббота. God wants to restore it. Бог хочет восстановить эту субботу. For his believing people. Для верующих. It's a day of rest. Чтобы они имели отдых. When we cease from our own labors. Когда we cease, we stop from our own labors. Когда мы оставляем все наши труды. And no longer speak our own words. И когда мы уже не говорим свои слова. No seek our own pleasure. Мы не ищем приятного для себя. But his. Но для него. How does one live like that? Как это можно жить так? What would we do? Что нам надо делать? What do we speak? Что нам надо говорить? Can we trust his resurrection life? Можем ли мы доверять этой жизни в воскресенье? And what if he's not speaking? А что если он не будет говорить? Won't we look foolish? Мы тогда вообще дураками будем выглядеть. Oh, I'm touching something so deep now. Я сейчас касаюсь чего-то очень-очень глубокого. That most of present Christianity will miss.
того, что, к сожалению, основная масса христиан сейчас не имеет. Who will approve of the doctrine of the resurrection? Которые будут следовать, они будут approve of the doctrine. Они будут принимать это учение о воскресении. But not be living in its life. Но они не будут верить в эту жизнь воскресения. Where are you now? Где вы сейчас? What's the basis of your present Christianity? Что является основанием вашего христианства на данный момент? Are you willing to move from the one to the other? Вы готовы двигаться из одного состояния в другое? And pass through a no man's land. What happens when you pull the plug out from your electrical appliance? Что происходит, когда вы отключаете из розетки что-то? And there's no power. Никакого электричества. And it's dead. Это все становится мертвым. And what happens then? Что происходит? Isn't it embarrassing? Что-то очень... What do you say and do? What do you say and do? Что вы тогда делаете и говорите? If there's no other alternative. Если нет никакой другого выбора. Like the life of Christ. Кроме жизни Христа. The newness of life. Обновление жизни. Which broke the fetters of death. Которая сломила власть смерти. Paul says, we are dead and hid with Christ in God. Павел говорит, мы мертвы и схоронены в Боге со Христом. Until his life is revealed. До того момента, когда его жизнь будет явлена. Then is our life revealed also. И тогда и наша жизнь будет также явлена. Unto glory. Во славу. You believe that? Вы верите в это? Would you live like that? Вы хотели бы жить так? At the University of Kiev? В университете Киева? Where you have to speak to the students? Где вам придется говорить со студентами? In an open gospel demonstration on campus? Может быть, где-то на открытом воздухе во время демонстрации Евангелия с евангельскими лозунгами? Where you will not trust your own cleverness? Вы будете ли вы доверять своему собственному разуму, своему? And trust in the power of His life? Или вы будете доверять силе Его жизни? That reveals His words? Которая будет открывать Его слова. This is more the picture of our last day's experience. К сожалению, в последние дни мы имеем картину, когда действуют сами. And it is on this basis that I've been sharing with you. И именно поэтому я сейчас делюсь с вами. I did not come with a program. Я приехал сюда не с какой-то определенной программой. An outline of what to say. И не с планом того, о чем я подробно Trusting буду говорить. His life. Я доверился его And the wisdom жизни of it. И его мудрости. Ceasing from my own works. Я оставил все свои дела, that he might perform his. Чтобы я мог осуществлять его дела. You say, well, brother, these are just classes. Ну, вы скажете, ну, брат, это, же просто, это просто занятие, ну, это не так важно. You're clever enough, you could have gotten by. Ну, ты достаточно умный человек. Что тут особенного? But you don't understand. Но вы не понимаете. This is more than a class. То, что это больше, чем просто занятие. This is an eternal moment that has come. Это момент вечности, который сейчас of an происходит. Historic kind. Это исторический момент. That may not come again. Который может не повториться больше. And who is sufficient for these things? И кто стоит за всем этим? You're going to be required to operate in this faith. Видимо, наступит время, когда от вас потребуется действовать по этой вере и довериться его жизни. And learn it the hard and painful way. И научиться этому очень болезненным способом. Where God will test you. Когда Бог будет проверять вас, and his life will not always be revealed. И его жизнь не всегда будет явлена посредством вас. In the form and the expression that you would like. И вы будете говорить какими-то словами, которые вам будут нравиться. That would have made you successful. Которые приведут вас к успеху. Or saved you from the disappointment of failure. Или, возможно, сохранят вас от каких-то ошибок или разочарований. He will test to see how jealous you are for his glory. Он проверит, насколько у вас есть ревность по его славе.
For his glory is always related to his resurrection. Потому что его слава, она всегда имеет отношение к его воскресению. And not to our well-meaning Christian intention. А не имеет отношение к нашим благим намерениям как христианина. I could tell you such stories. Я могу рассказать о много историй. Of how I have been tested. Как я был испытан. Not at the University of Kiev. Не в университете Киева. But Harvard University. Но в Гарварде. Yale University. В Йеле. Tübingen University in Germany. И в германском университете в Тюбингене. Where I went in for a cup of coffee after several days of meetings. Когда я пошел выпить кофе после нескольких дней собраний. And the leader of the communist student group met me there. И там я встретился с лидером коммунистической группы студентов. He said, "You're the most dangerous man that has ever come to this campus." Он сказал, знаешь, ты самый опасный человек, который когда-либо появлялся здесь в городке. It was not a tribute to my cleverness. Это не было данью моей мудрости, моей собственному уму. But the life of Christ. Но это было сказано по отношению к жизни Бога, которая приносила свои дела. With a power that arrested men and stopped them in their tracks. Которая просто останавливала человека и не давала ему делать свои дела. Israel must be resurrected again. Израиль должен быть воскрешен снова. But only through a church that is itself a resurrection people. Но это может произойти только посредством церкви, в которой находятся воскресшие люди. We cannot test that in a final moment. Мы не можем проверить это в последний момент. It begins now. Это начинается сейчас. And all of our moments. Во все моменты нашей жизни. Must prepare us for that final moment. Мы должны готовиться всей нашей жизнью к этому конечному моменту. Everything is of him and through him. Потому что все от него и в нем. That it might be to him as glory forever. И чтобы все это могло быть к нему для его славы. It will require our death. Он потребует нашей смерти. From trusting our own ability. Смерти для того, чтобы мы полагались на наши собственные возможности. We will disappoint men. Мы будем разочаровывать людей. We will disappoint ourselves. Мы иногда будем разочаровывать самих себя. We will not always like what comes out from us. Иногда нам не будет нравиться то, что исходит из нас. It's a humiliation. Это будет, может быть, унижение. And a dying. И может быть, это будет смерть. You can never know what the end of it will be. Вы никогда не будете знать, что это будет. Are you willing for that? Вы хотите этого? It's the issue of his glory forever. Потому что это вопрос его славы, вечной славы. And Israel's salvation. И спасение Израилем.